Каждый считает себя американцем или индийцем или европейцем или австралийцем, кошкой, собакой, тем или иным телом. Мы должны очиститься от представления о себе как о теле. Я не тело. Агам брахмасми. Я душа. Это нужно осознать. Тогда мы не будем делить американцы, австралийцы, индусы, мусульмане. Нет. Пандита самадаршина. Пандита означает образованный человек, тот, кто воспринимает все в истинном свете, как оно Om Namo Narayanaya.
more.